Дорогу Авраменко. Это на Авраменко? Грабители ловят, украли телефон. Да, преследуют грабителей. Продублируйте, пожалуйста. Ну, Полякова, я так понял, да? То, что бегут подозреваемые. Я направляю 15 мест на Богдана Завады. Давай, давай. А кто передавал, что перебежали? 801 я передавал. Вот, стой возле заправки. Возле синей заправки не должны выйти. Кто за мной есть? 403, 402. Еду сейчас развернусь. Я сказал, на синей заправке оставить наряд. Что ты за мной катаешься? Потому что перебиваешь, забиваете. Двое там неизвестных, один зеленая шапка, синяя куртка, полудутая, типа парки. Все, принял. У второго что-то было светлое, рюкзак, возможно, со светлыми надписями. Мороз 251. На связи. Есть информация, вообще 400 их не принимаю. Район хлебзавода. Для Сикорского, моторостроителей. Координируйте, кто там на месте. 801, 403, работаю. Сейчас я 402, спешусь вот это, где гаражи, Авраменко. Так, кто-то на Полякова, поедьте. Кстати, ты принимаешь их, нет? Полякова, говорит. Следует по Полякова или как, повтори? 800, 403, 301. На связи 403. Мне на Полякова поехать? Да, направляйтесь на Полякова, здесь Авраменко, переход есть на Полякова, могут туда направиться. Принял, направился, 301 в сторону Полякова направляюсь, по Сикорского. 501. Еще раз продублируйте, 403. Худощавый, невысокого роста, возможно, не славянской внешности. Одет зеленая либо синяя шапка и курточка черная, только легкая, как ветровка. Не сезонная, она тонкая, не сильно теплая. Шапка темно-синяя, без отворота. Одного, да, мы же двое было. Видели одного, но потом вроде видели, что кто-то убегает. Работа переход на Авраменко подошла. Своими смотрите, экипажи. Ну, уже 403. Две женщины, которые видели, ребенок остался с воспитательницей, боится. 4-3-2-5-1. Две женщины, которые были, видели там с нами, а девочка маленькая, школьница, осталась с учительницей на месте. Принял, была же информация, что кто-то преследовал якобы этих людей. Якобы два мужчины побежали за ним в сторону поликлиники, в сторону Авраменко. Принял. 21, выхожу в район 8 марта, да. Я сейчас спешусь там в районе этой поликлиники, может они его где-то поймали там и что-то делают ему. Направляюсь в район поликлиники, спереди, сзади и вовнутрь зайди, посмотри там тоже. Да-да-да, 301, тут уже все отработали, расширяйся, наверное. Я думаю, что... Работал, переход с Авраменко на Полякова, никого не выявлено. Отрабатывал. 251 в этом районе, сейчас направляет со стороны Кузнецова, как принял 301. Направлял. 701 по Арусу.
804 отрабатывает переход с Савраменко на Полякова и дворовую территорию по улице Полякова. Тщательнее Авраменко катаете, как принял. 403 на Авраменко снова вернулся. Это первый пар. Пархоменко, зайду, это будет. Вася, это дивно, отрабатывает ворожено. Что?